Какое горе! Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа. Невероятную историю из жизни артиста рассказала Вера Воронкова. Известный российский актер Сергей Гармаш всегда был известен тем, что сам выполнял все свои трюки в кино. Но мало кто знает, что вытворял артист, чтобы разыграть коллег по цеху. Однажды он прыгнул в окно, чтобы впечатлить актрису Веру Воронкову. По ее словам, история произошла в 1997 году на съемках фильма «Время танцора», которые проходили в Крыму. Всех артистов поселили в номерах пятого этажа одного из местных пансионатов. И вот в один из дней Гармаш без объяснений влетел в номер актрисы, сбежал на подоконник и выпрыгнул в окно. А у меня онемели руки, даже вскрикнуть не могу, только стон какой-то получается. Думаю, точно погиб, ведь пятый этаж, рассказывает Воронкова. Собравшись с духом, она все же выглянула в окно, ожидая увидеть худшее, однако прямо под окном обнаружился весьма живой и смеющийся Гармаш. Как оказалось, в пансионате проходила перекраска стен фасада, и люлька маляров находилась аккурат под окном актрисы. Этим обстоятельством и воспользовался Гармаш, чтобы разыграть Воронкову. Я, конечно, знала, что он все трюки делает сам и не боится высоты, но такого сюрприза не ожидала, призналась артистка в интервью Starhit.